Алоха, с вами Swordflame, и мы продолжаем проходить Ради Риби. Погнали! Нам нужно найти еще помощничков. И сейчас мы этим и займемся. Но сперва пробежим налево. После того, как я победил босса, я не сходил до конца налево. Надо бы посмотреть, что там. О, баночка, отлично. Напиток жизни. Теперь идем к ТПшке, ТПшнимся в город, сделаем закуп и пойдем в лабораторию Цицине за поиском ее подруги Сяро. Сверимся с картой. Налево и вниз. Налево, вниз. Еще потом. Возможно, вниз. Так, можно здесь упасть. Здесь тоже падаем. А, это я не до конца упал. И теперь налево до варп-камня. Ладно, пропустим вас, враги. Раз я по вам промахиваюсь по вам, то пойдем к ТПшке. Купим Каману. Все. Теперь в лабораторию. Так, и судя по карте, нам снова нужно идти направо, потом вниз и налево до суперкомпьютера. Ах, вот вы где! Замечательно! Мисс Снейп, ты уже нашла свою сестру? Нет, я еще не нашла Никси. Она сказала, что поднимается на снежные горы, но... Можно попросить вас об одолжении. Снежные горы в некоторых местах очень высокие. Боюсь, я не смогу туда добраться. Снежные горы? Но что она там делает? Я не знаю... Вы можете помочь мне найти ее? Конечно, снежные горы находятся в тундре, так ведь? Да, но нам, возможно, придется заходить с восточной стороны. Там должен быть путь наверх. Спасибо вам, скоро увидимся. Но я получил новое задание, хотя... Я вообще сюда зашел случайно. Чтобы просто подрегенить хп. Так, здесь еще проход. И встретили Нейв, и она дала нам еще новое задание — найти ее сестренку. Но этим мы займемся как-нибудь в следующий раз, а сейчас мы идем за Сяро. Оу, Эрина, Риби, вы уже пришли? Не ждала вас так скоро. Помнишь?
куда ты нажимала в прошлый раз. В этот раз, чтобы войти в систему, нажми красную кнопку в верхнем правом углу, а потом встань в центре комнаты. Понятно? Рибон, ты готова? Ага, нажимай уже эту кнопку. Итак, мы находимся в системе. И это новая локация, 10-я. Мы здесь еще не были. Эти девушки с пустыми глазами и здесь есть? Горничные и здесь ходят? Что за беспорядок? Но если Сяро здесь, эти горничные не должны атаковать. Это значит... Неважно, осторожнее с ними. Они невосприимчивы к физическим атакам. Окей, значит, нам нужно просто бить их магией. Я их убиваю, я получаю после каждой горничной хпшечку. Поэтому это, в общем-то, несложный бой. Да и лазер отлично их пробивает. Эй, Ирина, мне кажется, что мы забыли удивиться. И правда? Эй, Цицини, это место удивительно. Все это правда внутри компьютера? Да, наши технологии постоянно развиваются. И этот виртуальный мир является плодом нашего прогресса. Плодом. Ваша реакция кажется немного замедленной. Ну, в последнее время мы были во множестве странных мест. Потому это место не сразу показалось нам необычным. Ну да, где мы только не были... Нас уже так просто не удивишь. Эй, будьте осторожны. Система внутри очень сложная. Не упадите в туннели. Вы можете серьезно пострадать. Лучше не спешите. Хорошо, мы будем очень осторожны. Сложная система, и находимся мы внутри компьютера. Вот так-то. Так, можно здесь направо, сверху направо, но там какое-то предупреждение мне дала Цицини. Попробуем налево здесь. Двойной прыжок. Прыгай прямо в воздухе. А! Как эта вещь попала внутрь системы? Неудивительно, что я не могла найти ее. Ирина, с этой штукой ты сможешь прыгать прямо в воздухе. Это точно тебе поможет с поисками. Так, поможет нам с поисками. Двойной прыжок. А еще это очень удобные тапочки. Помимо того, что это позволяет нам делать двойной прыжок. Так,
я просто в воздухе должен нажать еще раз кнопку прыжка, и вот так это выглядит. Как мы видим, карта не показывает нам, где искать Сиаро. Может, ее вообще здесь не будет. Но, тем не менее, мы сейчас здесь. И, значит, должны исследовать эту локацию. Не зря же я сюда пришел. Надо уже разобраться, есть ли здесь Сиаро или нет. Итак, я смотрю у врага. Новый враг на этой локации, помимо горничных. Тоже невосприимчивый к физическим атакам. То бишь наш молот здесь бесполезен. А я как раз хотел молот вкачать. Но решил вкачать магию. Ладно. Враги магии атакуют. Прям локация магов какая-то. Компьютерная локация магов. Так, сложное место. Нет. Длинный какой коридор с прыжками. Так, это пушки. Они очень слабо атакуют, похоже. Что слева? Тупик ли? Судя по тому, что здесь такие проемы, откуда-то сюда можно будет упасть. Пиапер, отлично. А! Почему ты лазер атакуешь сейчас? Блин, они по 95 сносят. Эти лазеры превзошли по дамагу даже шипы. Я могу их похвалить, но это плохо для нас. Слишком много дамага. Причем я думал, эти лазеры будут атаковать только тогда, когда я спрыгиваю. Но, как мы видели, оказалось не так. Как-то они странно работают. Так, пока зеленую атаку магическую использую, потому что чуть вампирит. О, отлично, сохранялка. Уже вторая на локации, но вот она здесь очень полезна после того сложного места, где лазеры дамажат. Хотя место легкое. Но из-за того, что они так много дамажат, спасибо за сохранялку, игра. Странно, вы проделали весь этот путь, но до сих пор не видели никаких признаков Сиаро? Весь этот путь? Мы идем в тупик? Не совсем, вы идете по кругу. Подождите, я ненадолго отлучусь и проверю, что там на другой стороне. Хозяйка... Это хозяйка? Это не хозяйка. Девочка-кролик и какая-то неизвестная форма жизни. В Цицине мы встретили одну из этих горничных, и она разговаривает с нами. Откуда вы? Вас не должно быть здесь. Мы не причиним тебе вреда. Цицине попросила нас найти тебя. Цицине, ты слышишь нас? Это Сиаро? Блин, как не вовремя она решила отлучиться. Цицине? Ты знаешь имя хозяйки? Это она послала вас. Значит, она в безопасности? Это отличная новость. Но вам нужно уйти. Пожалуйста, оставьте меня. Я не могу контролировать себя внутри системы. Скажите хозяйке, что проблема с системой идентификации. Нет, это не просто проблема. Это ошибка. Ошибка. У творений хозяйки они всегда есть. Что это значит?
А это значит босс-файт. Я так и думал. Эй, ты просишь нас уйти? И тут же запираешь двери? Ну вот, опять 25. Снова драка. Да, только теперь это будет драка без молота. Как же я долго буду ее долбить-то? Можно было бы эти ракеты ломать. Вот! Серьезно, жесть! Ага! Блин! Я не успеваю! Опс, дотронулся босса, тоже получил урон. Без молота? Жалей. Хотя я перед битвой с боссом оказался. Блин, мне нравится лазер, и он на битве с ней мне больше нравится. Чем вся другая доступная мне магия. Но он не вампирит, к сожалению. Так, диалоги снова будут? Да, снова. Ладно, мы можем их скипнуть. We'll be right back.
Блин, тогда были другие атаки. И эти такие тоже были, но добавились новые. Ух, победил! И ранг боя С. Не Е, как во всех боях до этого, а С. То есть это... Если у меня было всегда где-то Е. То есть идет A, B, C, D, E, ну Е. E, D. Здесь С. Ух, неплохо. Это сложный бой. Так как нельзя атаковать молотом, босс достаточно жирный. Я еще и без бана ХП, но со второго раза... Все же победил. Ух. Ой. Больно. Что случилось? Она деактивирована? Привет. Ты мисс Сяро? Ты Цинни послала нас за тобой. Да, я Сяро. А ты? Я видела тебя раньше. Может, пару минут назад? Меня зовут Ирина. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться, но что происходит? Немногие девушки одеваются так, так беззастенчиво. Кстати, ты упомянула Цицине. С хозяйкой ведь все хорошо? Фантастика! Я уже и не надеялась когда-либо увидеть хозяйку. Прости, вероятно, я набросилась на вас. Это потому, что система решила... Будто я робот-горничная. Творение хозяйки всегда содержит кучу ошибок. Мисс Сяро, Цицине будет очень рада вновь увидеть тебя. Эй, у меня есть вопрос. Почему ты называешь Цицине хозяйкой? Кто это сейчас сказал? Эта милая кукла может говорить? Неизвестная форма жизни. Она может летать и разговаривать, и она такая маленькая. Эй, я задала вопрос. И не называй Рибон маленькой, да еще и куклой. Тебя зовут Рибон? Прости, можешь повторить вопрос? Ты такая маленькая, что я едва тебя слышу. Хватит называть Рибон маленькой. Я говорю, что у меня есть вопрос. Сяра. Ты очень похожа на тех роботов-горничных. Отец Цицине создал тебя? Цицине называла тебя своей подругой. Я не могу понять, почему Сяра зовет свою подругу хозяйкой. А еще Цицине выглядит моложе. Странно все это. Подожди, Рибон, смотри, Сяро — человек. Ай, держись! Держись подальше от меня! Это было неожиданно! Да, она не похожа на робота. У нее нормальная кожа. Разве я не сказала убрать от меня свои руки? Не, ну честное слово. Да, я действительно похожа на роботов горничных. Но я человек, а не робот. Что касается вашего вопроса... Мне слишком стыдно объяснять. Ладно, теперь я собираюсь искать хозяйку. Большое спасибо за вашу помощь. Давайте убираться отсюда.
«Эрина, Риби, я вернулась. Я нашла Сяру. Она совсем рядом с вами. Вы ее видите?» «Ум, ты немного опоздала. Мы уже нашли ее?» «Что? Уже? Так просто?» «Тогда я пойду в компьютерную комнату. Вам тоже пора покидать систему. Вы можете вернуться по тому же пути». «А можем побегать и исследовать дальше локацию, если, конечно...» «Так, локация исследована почти на 20%, то есть только на 1/5. Так что можно поискать еще какие-нибудь проходики». «О, зашибись! Нашел проход!» «Как удачно-то я в кавычках упал!» «Это была подстава!» Так, сходим направо, посмотрим, что там будет. Опс, нет. Не выпрыгнуть отсюда, упали. Эхей. Что? Серьезно? Так, не может быть. Не может этого быть. У меня же... Неужели у меня не было автосохранения какого-то? Сейчас давайте это проверим. Ох, если у меня не было автосохранения, то это печально. Так. Загрузить игру. Так, это мое сохранение, откуда я сегодня начинал. Так, автосохранение. Отсюда нельзя загрузить автосохранение, похоже. Из меню должна быть такая возможность. Давайте проверим. Так, 25-30. Где это автосохранение? Да, оно перед битвой с боссом. Ох, ну что ж, ладно. Давайте тогда, раз я уже все уже этого босса победил на видео, то тогда, наверное, на этом моменте я это видео закончу. А вне видео мне придется победить босса еще раз, сохраниться, и уже тогда с этого места где-то, с точки сохранения внутри системы, мы начнем следующее видео. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, пишите ваши комментарии. С вами был Swordflame. Всем пока!